Hey, yo, YouTube, на связи Леон. И у каждого наверняка есть свой любимый браузер на ПК или телефоне. У кого-то это Google Chrome, у кого-то Mozilla или же Internet Explorer. Но это не точно. Я не буду делать топ браузеров, так как это считаю бессмысленным. Есть множество контента на эту тему на просторах интернета. В этом видео я расположу самые популярные браузеры по категориям. Да я батер затираю про хип-хоп. Больше только отборное дерьмо. Батер у тебя, я ведь тут пацан. Кто? Наступать, говорю я вам. Батер, да я батер. Первая категория. Самый малопотребляющий браузер, который потребляет меньше всего ресурсов. И это место по праву занимает Mozilla. Он реально очень шустро работает даже на слабых устройствах. Вторая категория – это самый удобный браузер. По моему мнению, самым удобным браузером является Яндекс.Браузер. Здесь все интуитивно понятно, и можно подстроить интерфейс как тебе угодно. И, наконец, третья категория – самый быстрый браузер. Место самого быстрого браузера занимает Google Chrome, который загружает страницы мгновенно. Вот такой видос получился. Я надеюсь, помог при выборе браузера. Можете написать в комментариях, чем вы пользуетесь. А на связи был Леон. Всем удачи и пока.